Да, фотографируемся. Да. Угу. Вот так, красиво. Красиво. Деловой такой лев. Так, давайте поедем. Я вижу, вот там другие львы зашевелились на горизонте. Мы сейчас подъедем к ним. Садимся на все свои места. А я не могу зайти. Смотри, откройте. Да. Так, садитесь, господа. Едем туда. Сядьте, уйдите. Иди, сядь в машину. Он может за самку ломануться. Она уже загуляла. Марсель, Все хорошо? Да ну пыпочка из же человека, ну. Если бы не припало от Филиппа любви. Сзади я выходим на общение. Папа. Давай. Папа. Не бойся. Выходи. Пусть выходит. Саша выгонит. Выходи, конечно. Марсель, давай ты сядешь, и мы вокруг тебя все сфотографируем. Опа, опа. То ли сломала? Отъезжай, я же просто отъедь подальше сюда. Хотя я не подъем. Как будто сестра Фили, так да, да, да. Любит машинку. Любви обильных льва. Тетя сюда, я говорю.
там еще и мясом пахнет. Лола, это львица между ног. Сейчас все равно выгонит. Марсель, ты хорошо, сядь, Марсель, давай, сядь. Вот так, молодец. Открой форточку. Молодец, вот так, вот так. Лола, и Лола, открой. Марсель, гик мир. Вот такая львица такая, а? Фотографироваться не дает. Давай, вау. Я открываюсь, а? Марсель, сядь хорошо, попытайся. Ой, да ладно. Марсель. Ого. Папа. Вот так, молодец. Ой, не надо. Вот так, вот так, молодец. Молодец. А, молодец. Вот так с ним садитесь. Вот ты уже достала всех. Ты хорош. Девочки, сюда давайте, вот с ним. Присаживайтесь с ним, на него можно, с ним рядом. Давай, стой. Садитесь, садитесь. Садитесь. Не можно. Дети, дети. Поспокойнее, поспокойнее. Ой, какой красавец. Ну посмотри. Ну что ты, на меня съесть? Ну посмотри. Вот так. Да, конечно, конечно. Взрослым можно всем, а дети просто бояться будут. Подгородируйтесь, они сейчас уже успокоились. Вот, уже такие, вот так, вот так, рядышком, да. Сейчас. Гуд, да что это за такое, ну, блондинка. Такое животное, а? Она тоже хочет отжарить. Она говорит, ой, Марсель, Марсель. Дом будет. Лолочка, детка, я его же не трогаю. Садитесь, кто с ним? Я хотела. Давайте с Марселем скорее. Давай, садитесь, садитесь. Я поняла. Я с другой стороны, что ты мне? Давай, я тебя сниму. Это все? Садитесь, гладь. Я даже не поняла. Марсель. Садитесь. Что? Давай, я тебя. Ой, нельзя. Я фото делала. Лола самая. Самая любящая. Должны быть. Марсель, ой, ой, что ты? Подойди ко мне, тебе. Брачный, надо вы влево отойдите, значит, потому что вы будете сейчас третий лишний. Кто кому там чего не делает? Иди вот к Марселю. Сейчас. Как кузнечик стекло. Девчонки, можно прям сюда? Отъедь. Берешь, оттуда фотографировать нужно было. Вот отсюда фотографируйте, ребят. Вот отсюда хорошо, да. Вот, красиво, да. Что? А что? Нечего, скажи, ревновать. Классно, жарко. Можно уже? Да, давайте вы садитесь. Мирон. Мирон. Олег Алексеевич, а детку можно будет делать, чтобы у меня что? Делаю, делаю, сейчас. Ага, спасибо. Ой, вообще крутяк. Лёгка, следующий, вы думаете, я спокойно. Куда? Куда? Лола провокатор вообще. Лола провокатор, ну. Давай, все. Там вариантов нет. Там вариантов нет. Может, был малыш от Марселя, да? Она все время. Твоя, твоя, господи. Твоя! Ой, ты несчастье прям такое. Да, да, рассказывай, рассказывай. Что ты не нашел, а? Боже такой. Мирон. Иди сюда. Иди сюда. Ой, здорово. Здорово. Вот так, молодец. Вот так, хорошо. Хорошо. Ты пошел? Молодец. По морде получил. Инесса? Инесса? Так, кто с ним еще? Лезь, подсади, да? Да.
Давайте, щелкайтесь, да, давайте. Ладно. Так, мне зачем надо? Не жмите его. Он и так нас терпит. Не рожка. А ты он сейчас опять идет. Ребенка зачем? Вот. Где ребенок? Кто снимает? Кто снимает ребенка? Выйдите, а вот сюда. Вот, снимайте. А еще вот мама девочка в этом бейсболке очень хочет. Ты куда пойдешь за дристом? Сейчас. Провода хочешь перегрызть? Ну, сейчас. На подвеску проверяют. Чтобы... Давай, Матвейка, вставай. Чтобы не уехали никуда, да? Да, не бойся, не бойся. Лерусь, готовься, сейчас ты будешь. Не бойся. Есть? Да. Пойдем. Давай, Лерусь, кепки клади, убирай кепки. Следующий. Давай, Валерия, выходи. Давай, девчонки, дайте дети, кто слышит. Это значит, ты все съесть, дядьку хочешь. Я понимаю, что он прыгает. Пару. Пару. Привет, где дядька отвлекать? Одну лицу. Фотографировать точно на другом. Привет, он ко мне. Он к вам имеет интерес. Лиц на всех не хватает. Хороший, хороший Маш. Ой, ты сказал, что Лолу гладишь, и он видит сразу. Все хорошо. Пойдем. Все хорошо. Давай. Все, все, смотришь. Еще ребенок. Ребенок папу боится. У нас есть дядя. Идите, говорит, да. Здесь просто хотел. Молодец. А каждый пять держится. Закрывай. Какой-то незнакомый, да? А, то, что там чук, вот и я. Вот он и вышел. Вот-то круглый. Они братья, да? О, здесь уже? Они здесь родили? Ну, тот-то здоровее, чем этот, да? В два раза, мне кажется. В семье тоже дети? Разные. Ой, вы разговариваете, как будто дома прям. Говорите, у меня так спокойнее. Слушаем, да, вас. Поздравляю тебя. Дайте ко мне. Давай, Ну, давай. Вот так, на полянку. Давай, над детьми, давай. Фотосеть, я хочу, чтобы его здесь убить. Вот так. Ну, вы хорошо подпишите. Вот. Вот, вот так надо. А, он возмущается, кажется. Ну, как бы надеется, но шансов немало. Меняемся, господа, нас много, меняемся. Следующий. Жертва туристического бизнеса. Давайте. Татьяна, иди сюда поближе, кажется, это его в кабинете. Так же самое. Прямо под нее, давайте, давайте, вблизи. Вот, и все, давайте, делайте. Вот так, голову Инди, так. Во, девушка, во. В Индии вот эти бубенчики у тебя между ног, это некрасиво на фотографиях будет, да. Ага. Ну, прямо отсюда смотрю, да, не спасибо. Надо. Поели? Давайте, я на видео снимаю. Да. Давай. Ты такая красавица, да? Красавица. Такие лапы большие-большие. Посмотрите, да. А льва как зовут? Гек. А, это Гек сюда пришел? Гек пришел, да. Нет, там был чук. Нет, я имею в виду, что он только что был там, но уже прям лежит, как будто не вставал. Давайте, нет, это я поняла. Спасибо. Гек здесь. Он был тут, стоял, да. Он говорит, что да, видите? Следующий девчонок, давайте. Конечно, давайте. Видео или фото? Только горизонтально. Ну, что, я снимаю видео, да? Да. А я себя снимаю, а не вагрус. Здорово. Перевернуть. Виталь, тебе лучше под тем кустом сидеть. Вот впереди под тот куст, под этого самого. Тебе гораздо лучше будет. Дай, вот сюда. Вот на дислокацию. Иди сюда. Центровое место. Видео снимать теперь хвост? Сюда. Вот сюда. Это. Заходи, заходи прямо под хвост этому самому другу. Будет хорошо. Во, вот так. Ой, хорошо, красиво. Вот. Какая она красивая. Вау.
Сейчас я попробую что-то. Фоткайте несколько раз. Да, я много. Да. Стараюсь, как он делает, я не знаю. У меня в одной фотографии там еще что-то 10. Угу. Вот она какая ты. Вот и... Ой, тут снесся. Ай, спасибо. Можно сейчас он попросить? Да. 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 Давай. Аня, можно подходить? Да, 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 да. Идите, я боюсь. Что ты хвостик свой не заплетешь? Даже фотку не заплетешь. Олег Алексеевич, можно, да? Да, 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 да. Хвостик заплетешь свой. Да. Потому что за хвостик тебя прихватило тогда. Да ладно. Он у тебя болтает, вот так, знаешь, по ветру. Когда я вообще за свой буду уже за эти сети, да? Балдеет. Глоткошерстный, да? Хвостика нет. Ну, я говорю, глоткошерстный. Ну, окружение, понимаешь? Ты же ты видел там еще? И фото. Ну, да, ну, а это же видит. Лерка расправилась. Чуть, Лерка расправилась. Чем расправилась? Ну, что не пускала. Лер, Лер. Смотрите, господа, я сделал классную локацию. Теперь можно сесть вот так. Вдвоем, да? Вот так. Смотрите, как можно сесть. Ой, мне же так с вами хочется сфотографироваться. Ты мой хорош. Ты мой хорош. Когда он может контролировать. Ты хорош. О, подожди. Вот, вот, все же хорошо. Прекрасно. Ну, вы центровой лев. Да, кто? Кто на нас? Кто на нас? Давайте вам. Я вам веточку подстелю. Вот так. Смотрите, хорошо. Вот так. Сиденье вам, давайте. Вот так, ныряйте. Ага. Все, не бойтесь, от вас чуть-чуть откусит. Чуть-чуть совсем. Во, ну, кстати, вот так. Девушку больше всех нравится, да? Правда? Смотрите, как живописно, а? Не, ну как я, а? Как дизайнер, Танечка. Посмотри, как я дизайнировал тут. Девушка, а вы, может, отойти? Вы же одна? Сняли, нет? Я же тоже туда хочу. Сейчас, 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 сейчас. Не можно туриста кушать. Я понимаю, что хорошая корочка. Ты что теперь делаешь? Брось. Я не нужны. У нее муж есть. Я не знаю, я успел или нет сфотографировать, когда она зевала. А там еще один бешеный ухажер. Вон там, в 5 метрах. Видите? Тот Тёма вообще больной на голову тот такой. Я теперь боюсь от них вставать. Да, не бойтесь, давайте. Аккуратненько головой. Все, следующий. Девушка, давайте. Да, 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 да. Закончим с вами фотосессию. Ой, какой кадр был сейчас хороший. Мне можно фото? Да, за носик, за что-нибудь. Фото или видео? Фото. И того за носик потрогал. Да вообще. Во-во-во-во. Ой. Вот это красиво. Да. Есть? Смеется. Следующий. 50 есть. Ой, следующий, кто смелый, давайте. Давайте. Я не очень смелая. Можно я вот с этой стороны к ней? Давайте, как вам удобно. Со мной пойти? Да, я с вами. Не бойтесь. Не бойтесь, не бойтесь. Садитесь, садитесь. Давайте ножком глубин. Вот так. Чуть ближе к ней. Модель. На голову положим. Смотрите, ей дам вот даже вот руку дам. Видите, вот там. Ну не заваливайся на соседа, а? Что ты вот? Где тапок мой? Ты сейчас. Видите себя прилично. Гек, Гек, фотосессия не окончена. Гек. Быстро! А кому сейчас легко? Народа приехало, 14 человек. Все хотят не слежать им убитым львом, а вот с красивым, живым. Да я понимаю, ну что делать? Думаешь, мне легко? Люди деньги заплатили, зимой потратили. Да я понимаю. Так, следующий. Вот сиди, вот так красиво морду держи. Вон, дядька, смотри. Дядька, вы отсюда приехали? Не, между ними не... Сургута приехал, дядька, ты же понимаешь? Там тоже люди живут. Прям вот туда, вот в дерево. Сейчас дядь. Понравится, и к себе львов вот тоже разводить. Вот так, падай, падай, падай. Вот. Да, мой хорош. Давай, ты следующий, я возьму тебя вот сюда. Да. Я знаю. Так, все, работай на камеру. На Сургут. В Сургуте там дядька в бане покажет, скажут, что это фотомонтаж, или дядька напился, обкурился, или львы обколоты, что-нибудь одно из двух. Ну так не бывает, согласитесь, да, конечно, правда? Это ну где? Ой! Ой! Подтверждает. Он подтверждает, что он не обколотый, а настоящий. Не пугай меня. Ну попробуйте его за носик хотя бы что-нибудь пощекотить. Вот. Ой. Что-нибудь сделайте, да. Я же говорит, почихал уже, зачем мне? А, еще раз чихнуть? Все? Да, понял. Понял.
Ладно, Василий, что, что это тебе, фото или видео? Видео. А там я буду видео на твоем. Тема. Тема, да. Тема, да. Спасибо. Следующий. Да, вот. Смело. Давайте. Дядь, смотри, я на вашу месте. Вот сюда. Смотри, так. И вот отсюда. Вот так вот. О, а на лапку смотри. И привет. И привет. Да? Сейчас дядька сюда придет, ты его тоже не ешь. Ты его тоже не ешь, потому что ты же понимаешь, нам рекламации не нужны. Не нужны рекламации. Сейчас дядька ляжет. Давайте. Сережка. Эй, Настя, ты видео снимаешь? Видео. Тапок у меня рядом. Когти мы не выпускаем. Я говорю, не выпускаем когти, ведем себя прилично. Как приличная белая дама. Светская львица, как себя ведет? Герду. Герд, сюда, давай, Герд, на. Где мой тапок? Во. Вот сюда, работай, на тапок, смотри. Смотрим на тапок, загадочно, умно, вот так. Вот, давай. На тапок. Герда? Герд, на тапок, на тапок. Сережа, на меня. Вот, Сережа, вы тоже на тапок. Сюда, все смотрим на тапок. Олег Алексеевич, а потрогай чука, боишься? Нет, почему же? Нормально, нормально, они далеко. Неудобно. А, это Гек, да? Да, это чук подходит там, но он еще далеко. Еще же в самолете в этой футболке здесь. А, ничего, ну, у нас еще одна есть. А можно тут в парке много. Да, 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 конечно. Возьмите кто-нибудь, а? Герда, я рядом. Проходите на эту сторону или где удобно. Да, вот здесь, мне вот здесь, удобнее, да, всего. Ага, давайте. О, Герда. Герда, скорее. Я тебе что говорю. Вот так, сюда смотри, Герда. А он уже после обеденный сон, наверное, да? Или до обеденный. Да ну что это такое, но? Чухи! Нет, ну так не только. Давай! О, дядька тоже встал. Там как все боятся. Давай, да, кто не заградировался, товарищи, давайте. В ускоренном режиме, давайте. Я знаю, что вы боитесь. Давайте быстренько, быстренько, быстренько садитесь. К дереву. К дереву. Девчонки, можете? Опускаемся там. На этот телефон. Давайте, давайте, давайте. Вот так опускаемся. Ага. Вот так. Все, отходим, дядьку. Во. Все очень красиво. Зелено, травка, все так это. Все живописно, так натурально. Все. Погладь ее за мордочку и нафиг. Не буду гладить. На, сюда смотришь, вот так. Во. Во. Вот так, загадочно. Дотронься, вот так. Посмотрели загадочно. Усе посмотрели, вот. Очень красиво. Вообще вот так хорошо. Офигеть. Правда красиво, о, да? Это ну, очень... это какая картина, а? Дерево, во, женщина, красавица, а львы? Ого! О, это было? Это наша последняя остановка. Ну, я не знаю, вот кто будет, не будет, кто-то. С вами так Олег Алексеевич, можно с вами? Да, давайте, что-то мне будет, вот, садитесь. Ой, ты живая? Да. На, вот так. И это можно, да? Это можно, да? Ай. Там дома крепко, ты говоришь, не ходи туда, не трогай. А здесь можно ли? Да. Вы чувствуете, что природа больнее. Ай, ты такая. Я тоже так хочу. Да. Вот сюда смотрим камеру, давай, вот туда. В камеру смотрим. Вот я фоткаю. Все время фоткаешь нас, Олег Алексеевич. Олег Алексеевич, а можно тоже вот так с вами, да? Дойду с вами? Принципиально, да. Отворачивается. Да, давай. Герду, можно мы еще чуть-чуть? А видео можешь? А он же девушка. Можешь? Видео можешь вместе? Ай, ты такая морда, да. Мы такие присоседи. Все? Да. Можно с Олегом Алексеевичем сфотографироваться? И с двумя красавцами. Ну, садитесь вот туда, Петра, с Дриналем. А сухаешь меня тоже, да, потом так? Хотя, хотя, хотя. Я все фоткала, не держу. На меня фотографии удалили? Нет. Не, я думала, это видео есть. Есть, но фото не играет. Пошла, куда пошла? Нет, ушла. Все. Сейчас еще и чуки упадет. Ну что, они наелись, дремают, переваривают. Хорошая лапа, у тебя такая хорошая, да? Какая красивая у тебя. Олег Алексеевич, тоже с вами. Да, пожалуйста, садитесь. Ну, как-то так, на привале со львами. Точно. Спасибо вам большое. Мы сели отдохнуть. Олег Алексеевич.
Так, сейчас будет самое интересное. Ясли детей, быстро назад. Из команды не выходить. Саня, Саня. Папа, здесь это. Вон эти тети съест, смотри, какая красивая. Папа, белый это где-то. Проходить просто. Ну, так, ножки. Хорошо. Задние ряды, выходите, вам ничего не страшно. Привет. Привет, привет. Привет. Да. Девчонки именно этого 3 года ждали. Мне кажется, я этого уже слышал. Всю жизнь. Вон, дядьку, откуси 5 килограмм, он не заметит. Ну, одними шойтами больше, да, одними меньше. А, это который мне впервые рассказывал? Да, да, да. А, это, да? О, пошел, пошел. Паш, телефон, Иксань. Пошел. Пошел, вот как-то так. Саша. Можно машину не ломать, а? Машину не ломать, можно? Он не оставляет рассеянный, как начинаю что. Так я думаю, ну, думать не надо, здесь надо соображать. Вот так, пачухай, пачухай, вот так. Вот так. Хотел выходить, сами к тебе пришли. Это был бы не Филипп. Вон, Санька, он весь твой, весь твой. Вот. А то б ехал свой крыжополь. А тут столько удовольствия, представляешь? Молодец. Мама молодец. Увидит, Саша будет в шоке. Минимум. Я сделаю, пап. О, сделай. Скажи, Саша, возьми меня на ручки. Но за два надо давать и говорить не можно. Нельзя, нельзя. Не он можно. Уже облизывает. Что ты его облизываешь? Не окорок тебе. О. Ой, страшно, страшно. Нет, скажи, сейчас Ясику достанется любви. Или отдельный аттракцион. Да. Толстый. Красивый. 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 Ему нравится машина. Я понял, ему нравится машина. Автомобилист, Лев, автомобилист. Да, что ж все ломает, да? Ясен, чини. Или ты водитель? Водитель, да. Не можно тряпочку. Тряпочку не можно. Так, ну что ж, товарищи, мелкими группами садимся в автобус. Садитесь, сзади рядом с вами. Да, пока не началась вторая серия. Открыли. Ему только дай.
Быстренько. Раз, два, три. Так, главное, чтобы он к нам теперь не соскочил. Мощное животное. Вон этот белый сидит спокойненько. А Лео все время за этим смотрел. Ну, какое сегодня сафари. Так, гости закончились, пошел Лео. Вы приезжайте еще, да, Филя? Пока.